На кой чумаки захватывать? Ага. На этом баране, который. Но барана у меня нет. Вот есть шарик. Так, самое главное, видеокарта вообще красавец. Или красавица. Получается, она записывает. И стрим ведет на ВК и на YouTube. И даже, в принципе, особо не нагружена. 42%. Охеренно. Так, ну тут, если, в принципе, враги не сильны, то мне нужно идти до центра, там захватывать маячок, так как я шарик-лошарик. Ну, вроде все получается, враги не сильны. Ну, теперь что? Если враги не сильны, да еще немножко ку-ку, то я смогу украсть маяк. Давайте посмотрим. Может получится. Маяк уже белый. Немножко синий. Так, 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 так. Не, враги одумались. Такие думают, опа-на, что-то маяк белый у нас. Ни хрена себе там накидал. Все, маяк захватил. Вот это киберсоник раздает. До свидания. Охрененно я играю, блядь. Спрятался, вышел, пострелял. Мою тактику враги поймать, распознать не могут, или что? Так, я даже не буду в режим шарика уходить, наверное. Так. Давай, 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 дробаши. Так. Вообще великолепно. Тут я немножко осмелел. Возможно, зря. Ну, сейчас этого заберу, блин. Негодяя. Ай-яй-яй, коломаны. Не получилось. Фу! Какой-то эффект меня долбанул. Бласт, скорее всего. Так. Подходим поближе. Так, у меня дробовички. А, у него защита. Так, там титан. Все, Фаллос Виктори. Владимир из контакта, привет. Я веду стрим и ВК, и YouTube. Первое место. Крутотень.